следующий суббот, ребята. Просто здорово! Давай, парни, смотрите, у нас суббота, очень важная игра, да? Надо рвать на поле, думать головой и слушать указания тренера. Все заряды, которые сегодня были у вас, которые вы все слышали, вы должны выйти на эту игру, и они у вас в ушах должны быть все 90 минут. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Московский Спартак! Московский Спартак! Московский Спартак! Спасибо, Бриса, за лучшего игрока прошлого сезона. Спасибо. Отдыши. Браво, свинюшка! Ощутили от того, что болельщики признали вас лучше? Ну, эмоции, естественно, положительные. Это честь для меня, то, что мне выбрали болельщики. Это стимул еще раз повторить кубок на следующий год. Очень приятно. Погода рабочая, в принципе, поэтому нет плохой погоды. Вот. Тренировка была нацелена на завершение атак, поэтому вот, старались это отрабатывать.